Всем здрасте! Сегодня с вами Комарова Лена, и сегодняшний видео-влог. Я знаю, давно не снимала, просто болела также по больницам ездила, ну, лежала в больницах, и некогда было снимать вообще. Вот, а сейчас я дома, и решила для вас поснимать. Тем более, мне уже все типа говорят, что типа, где видеовлоги? Когда будет новое видео? Я такая, блин, я не знаю. Вот. И вот новый влог. Я его выложу, естественно. И вы его увидите. Сейчас я завариваю чай. Вот, да. А еще переписывалась с Оксаной, с моей сестрой. Вот. Блин, я не могу пакетик открыть. Сейчас, подождите, ребят, я открою. О, отлично. Так. Сейчас налью чаю. И пойду за компьютер. Вот. А еще хочу вам сказать то, что я сейчас соплю чуть-чуть, потому что я не знаю почему. Может быть, я снова заболею и снова будет, не будет влогов месяц. Я думаю, вы уже привыкли, что моих влогов так долго нет. Ну вот, вы увидите новый видеовлог. Ничего печного в этом видеовлоге не будет, ничего смешного. А может и будет, я хрен знаю. Я не знаю, пока не знаю. Оксана делает уроки. Я решила поснимать. Может быть, если бы Оксана не делала уроки, я бы и снимать бы не решилась. Просто я одна дома, и мне скучно. И я решила поснимать. Вот. Видеоблогеры, которым скучно, и они одни дома, они всегда снимают и разговаривают со своими зрителями, если им поговорить больше не с кем. У нас на улице потрясающая погодка, солнце светит, тепло. И вот, и я думаю, сейчас у нас 3 часа, я думаю, знаете что, я думаю, когда-нибудь начать бегать на улицу. Но я не знаю, мне как-то одно и скучно впадло. И поэтому, может быть, с кем-нибудь я буду бегать. Короче, ждите видеовлога, в котором я буду бегать. Вот. Если завтра получится, и завтра будет офигенная погода, то, может быть, завтра я сниму новый видеовлог и начну, может быть, бегать. Но завтра быстрее всего, что, наверное, не получится, потому что, как бы, завтра у меня бабушка с утра, и она мне не разрешит. Вот. Короче, не знаю. Как получится, так получится. Но я могу и сейчас, в принципе. Но не хочу. Мне просто впадло. Вот. Лучик солнца пронзил мой глаз. Вот. Чё нового? В принципе, нового ничего. А еще у меня очки. Новые. Вы их не видели.
Вот. Поэтому вот так вот. Вы думаете, что ты там делаешь? Я помаду смотрю. Она, кстати, пахнет малинкой. Мне очень нравится запах малинки. Знаете, такого малинового варенья? Запах. Вот. Это мама себя покупала, но она что-то ей не пользуется, не знаю. Может, я ее в свои руки возьму. Помаду. Вот. Короче. Сейчас пойду за компьютер. Вот. И буду снимать видеовлог. Буду сейчас, короче, смотреть Юлю Пушман. Ее влоги с дачи. Вот. Поэтому, если что, то ждите. Короче, смотрю Юлю Пушман, майский влог с дачи. Вот. А еще хочу себе взять маникюр новый, потому что мой старый некрасивый уже. А еще надо ногти подровнять, чтобы красивыми были. Вот. А еще надо найти смывком с ногтей, потому что мы с мамой ее где-то посеяли. Либо я ее где-то посеяла. Но она все время стояла там, где вся косметика, в принципе, стоит. Но сейчас ее там почему-то нет. Странная смывка все время пропадает. И уже, кстати, второй раз пропала. Не знаю, где она. Пропала. Вот. Короче. Сейчас буду искать смывку для ногтей, делать маникюр, потому что мой страшный. И вообще у меня ногти какие страшные. Не знаю. Вот. И потом вернусь к вам. Короче, смотрю вам Юлю Пушман. Ее майский влог. Я, короче, сделала себе маникюрчик. Но, как бы, так сказать, я давно делала себе маникюр. И отвыкла уже. Сделала кое-как. Я вам скажу. Поэтому, вот. Фу, все-таки я его сделала. И сейчас я пойду чайку наливать, потому что чай почти закончился. Печалька для меня. Потому что я обожаю чаек пить. Вот. Поэтому буду делать чаек. Но, кстати, чай вскипятить, а то он теплый. Вот. Включила, значит, чайник. Пойду смотреть Юлю. Ой. И потом мы с вами увидимся. Скипятился мой чайник. Сейчас пойду наливать чай. Я не взяла чай. Просто у меня чай находится в той в комнате, где сижу я, за компом. Вот. И я взять его забыла. Просто я, типа, такая непалевная, сижу и пью чаёк, типа, ну,
Одна. Но дядя Саша, который тоже любит этот чай, он запалил, что у меня он тут в комнате, и он тоже у меня тут подтыривает его. Это плохо, потому что мой чай. Я обожаю чай. Вот. Вот, пусть кофе свой пьет, а не чай мой. Ладно, конечно, я шучу. Пусть берет. Мне не жалко. Вот. Вкусно. Так. Горячий чай я сейчас разбавлю водой, потому что я не люблю горячий чай. Люблю только, когда либо я замерзла, либо, короче, зимой пить горячий чай. А так я не ахти горячего чая. Вот. Поэтому добавляю воду. Разбавляю чай. Но он все равно будет таким горяченьким. Вот такой горяченький я люблю. Ну, не то, что совсем прям кипяток, а такой, ну, чуть-чуть горяченький. Чуть тепленький. Короче, ну вы поняли. Вот. А еще эта кружка с моим знаком зодиаком. Вот. Прикольно. Вот. На этом я буду заканчивать свой влог. Он был таким не совсем веселым, ну и не грустным, я вам скажу. Ну, или, наверное, грустно. Вам, наверное, не будет его интересно смотреть. Потому что мои влоги, они какие-то не совсем веселые, что ли. Я знаю, просто я сижу дома и никуда не ухожу. Поэтому, наверное, они и грустные. Была бы я где-нибудь на улице или хотя бы бегала по улице, было бы уже намного веселее. Но мне впадло. Хотя я очень хочу бегать. Потому что... Летом у меня бегать не получится, у меня будет операция этим летом. Это лето у меня будет не самое удачное. Вот. Поэтому вот так вот. Но летом все равно будут видеовлоги интересные. Я надеюсь, что интересные. Вот. Поэтому... Вот. На этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, следующий влог выйдет, если вы наберете 10 лайков. Согласны? Я согласна. А знаете почему? Просто потому что. Вот. Поэтому всем пока! Маникюрчик. Вот такой вот цвет я сделала. Такой. Этот. Господи, фиолетовый. И сделала вот такой вот голубенький цвет, который очень мой любимый. Вот. Ладно. Всем пока. 10 лайков. Новый видеовлог. Не будет 10 лайков, не будет нового видеовлога. Что так... Поспешите с лайками.